Попались клоуны? Нет, потому что я Влад А4 Кобяков Риви! Ой, Риви! Риви! Ты знаешь, что я Риви? Я Риви! Ты знаешь, что я Риви? Я Риви! Я Риви! Ребята, сегодня мы 24 часа пытаемся открыть вот эту дверь! Да-да, именно эту, ребят! Да. Я в шоке, ребята, я чуть не упал. Ребята. Она открыта. Да, ребята, пушка прав. Она закрыта. А вы случайно не знакомы? Вспомнила. Мы не знакомы. Но наш челлендж, откроет эту дверь за 24 часа, ребята, за 24 часа. Вот так всегда. Это почта! Откройте, пожалуйста! Да, конечно! Она закрыта! Серьезно? Может, через стену? Да! Она тоже закрыта! Может, попробуешь вплазь? Да! Да я пошучу! Всем привет! Меня зовут Влад А4! Глент! Серега! И Риви! У меня получилось! Я выиграла челлендж! Люблю челленджи! Стоп! По сценарию должен я побеждать! Потому что сценарий пишешь ты! Дабл килл! Я победил! Дебил! Видел! Занят! Извините! Здорово, бро! Ты мне тут не поможешь? Ну, как монстр монстру. Конечно! А что случилось? А чем помочь-то? Талисман, надень маску. Испортишь репутацию Банни, я испорчу тебе жизнь.
Да поняла, я поняла. Что же делать? Мы заперты в неизвестном доме. За нами гонится страшный клоун. Может, успокоиться и вызвать полицию? Придумал! Снимем новый челлендж! Может, попробуем сделать что-то еще? Да! Снимем два челленджа! Люблю два челленджа! Так, меня это уже все достало! Я ухожу! Да! Челлендж! Кобяков уходит 24 часа с канала А4! Я серьезно, вот-вот уйду. Точно! Новый челлендж 24 часа быть серьезным! Погнали! Я почти выиграла новый челлендж! Как это новый челлендж? Какой новый челлендж? Я уже давно придумал все челленджи, а вы благиаторы! Это будет мой приз! Нет, это вы мой приз! Нет, это мой приз! Нет, это мой приз! И что вы делаете? Получаю приз! Какой еще приз? Ты что тут делаешь? Ты же ушел! Я не ушел. Ну и зря! Да? Ну, тогда я точно ушел. Наконец-то я внутри. Теперь можно начать наводить на всех ужас. И начну я с этих маленьких беззащитных детей. Вы боитесь клоунов? Мои маленькие беззащитные детишки. Все время забываю. Ты что так пугаешь? Мы уж подумали, что ты наш отец. Чего? Говори так громко. Не понял. Вы что, совсем меня не боитесь? Нет, конечно. Но я же страшный. Ты
Знаешь, что такое страшно на самом деле? Это впихивать себя в костюм 5-летней девочки, когда тебе уже 17. А мне 25. И я ненавижу игрушки. Мистер Макс, мисс Кэти, где вы? Пришли новые распаковки игрушек. Так интересно, что там? Спаси нас! Спрячь где-нибудь. Ну или на худой конец съешь. Это тоже неплохой вариант. Да успокойтесь вы. Две пиявки мало престарелые. Сейчас я его припугну, и он от вас отстанет. Детишки! Слышь, папаша! А, это ты мне! Да, любитель распаковочек! А ты ничего такой! Ой, извините. Чё? Дети любят клоунов, поэтому ты зайдешь в нашей аудитории. Не собираюсь я никуда заходить. Только немного осталось поработать над твоим имиджем. Не надо. Назовем твой канал мистер Тигруля. Мистер Тигруля. Команда называется Пукани, вы должны... Я так и знала, что ваша команда Пукани портит воздух в моей академии бани. Привет! Простите, что опоздала. Вот ваша любимая морковка, капитан Диана. Какая морковка? Я просила кофе. Я не помню. Ты наш талисман. Ты должен приносить удачу. А ты даже кофе принести не можешь. Это что такое? Кошмарный кошмар. А что не так? Все. Как будто ты съела всех своих зайчьих родственников и закусила медведем. Ты должна быть милым кроликом, а не зайцем-зомби. Я нашла только этот костюм. А искала ты, видимо, все на помойке. Нам не нужен такой талисман. Нет уж, спасибо. Оставьте свое недоразумение себе. Что за день? Еда пропала, талисман тоже пропал. То, что заслужил, то и получил. У меня для тебя, кстати, новость. Сейчас ты получишь облысение. Челлендж на выживание. Какая драная кошка победит? Пишите в комментариях. Ты еще кто? Как я рад, что вы спросили. Ведь я Влад А4, Глент, Серега и Рили. Что надо сделать? Выпрыгнуть в окно!
остатка. Значит, ты съел всю мою еду. Ты что? Это же был челлендж. А на челлендж нельзя жадничать. И какой же? Сегодня мы снимаем 24 часа. Жрём чужую еду. Челлендж! Я тоже хочу. Можно? Да сними ты уже эту чудовищную маску. Надень ее, в ней лучше. И что со мной не так? Все. Ты косметику мою сожрал. Потому что я Влад А4, Глеб, Серега и Риви. Да, это я. Что делать? Катись колбаской отсюда. А она подала хороший пример. Тебе следует последовать ему. Ты здесь лишний. Чего? Я же Влад А4! Сваливай! Да блин, я только пришел. Ну ладно, ухожу. Всем привет! Меня зовут Влад А4, Кобяков, Риви, и сегодня у нас челленджи! Я же вроде ушел. А что надо делать? Нужно съесть килограмм лимонов. Кто сделает это быстрее всех? Ты с дуба рухнул. Никто этого делать не будет. Ну, кроме нее. Твоя очередь! Ведь это написано в сценарии. Ведь я Влада 4, Глент, Серега. Да нет тут никого. А сценарий ты сам себе пишешь. Ты вечно над нами издеваешься и даешь более сложные задания. Неправда! Тогда какой ты челлендж дашь самому себе? Выпей стакан газировки! Ты серьезно? Ладно, ладно. Ничего не делать, 24 часа! Челлендж! Ну все. Ой, 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 ай, ой, а, о нет, ай, 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 а. Контент будет бомбический! Это у меня сейчас начнет бомбить! Маленькие детки так не разговаривают! Но я не ребенок! Я злой ужасный клоун! Хочешь опять клизму из рыбьего жира? Нужно подсунуть ему снотворное в чай. Или просто стукнуть лопатой. А это не слишком? Посмотри на нас. Давайте возьмем бензопилу. Малыши так не разговаривают. Какие красивые игрушки. Ненавижу.
Я так люблю играть! Ладно. Агу! Кажется, у нас пополнение. В чем дело? Ты забыла, кто я? Нет, я про себя. Не про тебя, а про себя. Я капитан команды, и я главная. Нет, я главная! Не ты главная, а я главная! Я нашла себе новую команду! И что за команда? Это я! Команда одного психа! Садиста! И похитителя! Папочка, давай распаковочку. И только игрушек. Ладно. Агу! Так рад, что вы решили к нам присоединиться. У нас как раз намечается распаковочка. Я так рада! Кого распаковать? Распаковочка! Нет, мы будем снимать челленджи! Распаковочку! Челленджи! Распаковочку! Все, я ухожу! Распаковку челленджи. Будем снимать! Челленджи будем! Распаковочку! Челленджи! Распаковку! Распаковочку! Не верится, что я это говорю, но... Бегите! Челлендж 24 часа бежать! Люблю челленджи! Ты зачем вернулся, а? Я победила в челлендже! Нет, я! Стойте! Мы сделаем свой YouTube-хаус, а потом будем вечно снимать распаковочки! Ребята, я... Помогите! А ты ничего такой. Ой, извините. Я не могу не удержаться. Как будто ты съела всех своих зайчих родственников. Ну и зря! Даня. Жива? Челлендж! Кобяков уходит 24 часа с Кобякопогановга! Не собирайся никуда заходить! Куда мне идти-то тут? Мне просто в стену вот. Снимем новый челлендж! Ты что? Это же был челлендж
а на челлендж не жаль, не жаль. Точно! Челлендж 24 часа. Будь серьезным. Да ты улыбаешься. Нет, мы будем снимать челленджи. Распаковочку. Челленджи. Распаковочку. Все, я ухожу. Распаковку будем снимать. Нет. Челленджи будем. Распаковочку. Запилю себе пару челленджей. Распаковочку. Распаковочку. Нет, это уже не по сценарию. Это не по сценарию. Распаковочку. Челленджи.